Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, представься. Патраков Вадим, капитан Монреаль. Вадим, как тебе игра? Сегодня старт сезона вашего. Ну и в целом, давай пройдемся. Игра понравилась. У нас новая команда сейчас сформировалась. В принципе, все, что хотели, получилось. Моментов много было, реализация чуть-чуть подвела. Ну это, наверное, из-за погоды, да? Да, из-за погоды. Соперникам спасибо, все хорошо играли, аккуратно. Может, кого-то выделишь из вашей команды, кто сегодня прям Кирилл? Вот, Тём. Центральный полузащитник, молодец, отличился. Сегодня первая игра у него. Угу. Голов сколько забил? Три. Три гола забил. Молодец. Спасибо. Как судейство? Судейство отличное, в принципе, вопросов никаких нету. Все моменты спорные, повар посмотрел, все правильно, вопросов нету. Карточки тоже, мне кажется, по делу. Ну вот как капитан, какие вообще планы на сезон? Расскажи. На сезон, ну, сыгрываться, посмотрим, что получится. Сезон короткий у нас, в один круг. Ага. Ну, посмотрим, что успеем сделать за эти, сколько, 19 игр. Будем стараться хотя бы побороться в первых пяти местах. Я понял, все, не задержусь, победа, удачи.